За все эти годы нашей истории всегда именно наука являлась основой, фундаментом профессионального образования. И молодежь, студенты, аспиранты, соискатели всегда находились на передовых рубежах научных исследований, разработок. Сегодняшняя конференция, она призвана как раз саккумулировать те результаты научных исследований, которые мы имеем вот за прошедший текущий период. Прежде всего, вы должны почувствовать в себе уверенность в том, что вы способны достигать новые рубежи и вершины в науке. В рамках данной конференции я расскажу молодым специалистам, их старшим товарищам о том, какие существуют в настоящее время на региональном и на федеральном уровне формы поддержки инновационной деятельности. Дам ответы по, возможно, на самые главные вопросы: где взять деньги, как их потратить, как за них отчитаться. Значение полученных коэффициентов трения внутреннего сдвига объясняется тем, что зерновки мятлика покрыты шерстистыми волосками. Кожа эластичная, гладкая, пропорциональная, покров блестящий. Анализ конкурентоспособности показал, что наибольшей конкурентоспособностью для покупателей и потребителей картофеля характеризуются определенного рода группы, которые называем инфраструктурные функции. Поэтому у меня, как бы, мы решили использовать и биопрепараты, и, значит, хилатные формы микроудобрений. Мы рассказывали, вот зоотехники рассказывали, как селекционировать, вот, допустим, гончую, русскую гончую с лайкой. Молодым ученым хочется пожелать, чтобы активнее принимали участие вот в таких конференциях, поскольку именно на них для молодых специалистов открываются или даются ответы на первоочередные их вопросы. Как они смогут реализовать свой проект и как стать успешными. Делай великое, не обещай великого. И вот студент, он должен это понять, что если он хочет заниматься, работать в одном направлении, значит, пусть он работает. И он добьется успеха. Не бояться того, что ваша тема не такая, как у всех, потому что, наверное, если у вас не как у всех, значит, вы чего-то новенькое открыли. Добить это, и в конце, когда вы какие-то результаты получите, оценить их и уже точно понять, куда, в какую сторону развиваться.